Здравствуйте. Перед вами два телевизора. Один 60-х годов, другой 90-х. Вот. Давайте попробуем сделать так, чтобы 90-х годов телевизор реанимировал телевизор 60-х. То есть мы сделаем из 60-х годов черно-белый телевизор старт. Это у нас 4, старт 4, вот. Чтобы был цветным телевизором, вот. И будем его использовать как ретро, вот. Ну, сейчас я приступлю к их разборке, вот. Процесс разборки я снимать не буду, потому что это неинтересно. Вот. Процесс сборки попробую снять. Вот. Пока отключаемся. Итак, основную работу по подготовке к пересадке я подготовил. Значит, плата я смонтировал сюда. Уже кропотливая работа. Металлический корпус. Плата, как говорится, боится каких-то соприкосновений с металлическим корпусом. Может короткое замыкание быть. Поэтому много работы было, чтобы подогнать плата к этому телевизору. Так, следующее, что будем делать, это установка кинескопа. Я разверну эту сторону, чтобы виднее было. Вообще кинескоп всегда монтируется в первую очередь, потом уже плата. Попробуем так ввести. Так. Тоже не получается. Ладно. Будем пробовать. Нам удалось сюда ввести. Вроде ничего не сломали. Так. Так. Теперь его надо постараться установить по центру. Вроде бы
фиксируем. Теперь мы посмотрим, как он у нас. Вот у нас ошибочка произошла, надо ее развернуть. Стороной я разместил. Сейчас мы его будем разворачивать. Опять внимательность. Ну-ка. Так. Опа. Надо повернуть, если у нас получится это, чтобы не вытаскивая. Вроде получается. Так. Так, объясняю, почему разворачивали. Сюда подходит провод высокой частоты. Тут 25-30 тысяч. Вот это я точно не знаю. Оно должно быть вверху. Иначе изображение будет кверх ногами. Это во-первых. Во-вторых, если окажется внизу, может вольтовая дуга. Здесь настолько высокочастотное напряжение, что может пробить вольтовая дуга на плата. Поэтому никогда вниз, это, скажем, если вниз поставить и далеко от платы было бы, ну, скажем, путем перепайки обмоток катушки, можно развернуть изображение, но лучше этого не делать. Но. Thank you.
посмотрим, что у нас получилось. Так, это мы на место. Это можно было бы убрать, но тогда при внешнем виде будет отсутствовать наличие телевизора, его происхождение. Так, ставим. Так. Так, смотрим. У нас кинескоп попал. Так. Как бы. Высоковато немножко, но я поднял сейчас. Здесь ушки ниже не дают. Ладно, посмотрим по изображению, что у нас будет получаться. Так. Ну, теперь начнем собирать проводочку. Все. Так. Что у нас? Это петля разманичивания. У нас вот сюда должна быть. Вот она. Так. Кадровая развертка. Мы ее сюда. Вот она. Так. Это тоже петля. Это петля размагничивания. Ой. Она у нас. Ой. Вот. Ни лука не видно. Вот там она должна быть в глубине. Сейчас посмотрим. Ничего не ставится. Так, вот она. Так. На ощупь получается ее никак. Вот она. Так, у нас петля разманчивания на месте. Так. Так. Колоночки звуковые я в последнюю очередь буду устанавливать. Сейчас мы посмотрим, чтобы у нас включение телевизора произошло. Так, это шнур питания. И он у нас. Вот он. Вот он.
А, еще установить вот эту вот штучку. Опять, что завязано с петлей разманичивания. Аж так. Так. Сейчас попробуем включить. Надо, чтобы нигде у нас не произошло короткого замыкания. Так. Что? Включаем. Посмотрим, как себя поведет. Опа. Так. У нас другое место надо где-то включать. Так. 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 Так, экран засветился у нас. Так. Ну вот. Все будет работать. Теперь полную сборку делать. И будем проверять путем подключения сигнала. Вот. Так. Пока прервемся. Я проделаю сборку его, и мы снова с вами включим. Так. Ну что, попробуем запустить телевизор. Давайте попробуем. Так. Так, вот она. Так. Каналы попереключаем. Так вот, ну вот, на этом у нас все. Очень интересный вариант, допустим, украсить какой-нибудь ретро-кафе, ретро-ресторан в стиле Советского Союза или какой-нибудь... магазин.
ретро-товаров. Ну, на этом до свидания. Выключаем. Так.